2019-yilda Нью-Йоркта o'zbekistonlik oila er-xotin televizor ko'rib o'tirishganda orqada turgan devorning bir qismi qulab tushgan va natijada ayol kishi juda jiddiy jarohatga ega bo'lgan. Ular Gabriel Law kompaniyasiga murojaat qilishgan va natijada ularga 500 000 dollarlik kompensatsiya to'lashgan. Xo'sh, bu holat qay tarzda bo'lganligini ushbu kompaniyaning menejeri Nataliyadan bilib olamiz. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Как все происходило? Семейная пара, муж с женой, вернулись после тяжелого трудового дня. Присели на диван, посмотреть телевизор, веселую развлекательную программу, отдохнуть. Внезапно на них обрушилась стена, около которой они сидели. Не вся стена, часть стены. Получили телесные повреждения и муж, и жена. Но муж несерьезный, жена серьезная. Мы вели этот кейс очень успешно, удачно. Жена получила компенсацию, поправила свое здоровье и получила компенсацию за причиненные телесные повреждения. Сумма компенсации составила 500 000. А кого вы судили? Мы судили управляющую компанию и хозяина этого дома. Спасибо. Хурбат достар, Нью-Йорктеге ватандошларымыздың хукуй маданиятыны ундан да типеге көтариш бойынша болган видеоларны Мистер Отебек ТВ каналы аркылы биргеликте хар жума күнү тамаша кылабыз. Демек Мистер Отебек ТВ каналында ва Gabriel Law компаниясында көрүшкөндө көрүшкүнчө.